улыбаемся. Раз, два, три. В заключительный день можно немного расслабиться, а вот раньше было не до фотосессий. На протяжении 20 дней каждый час на площадках форума «Я гражданин Подмосковья-2018» одновременно проходило по 4-7 мероприятий, посвященных бизнесу и творчеству, учебе и самореализации. Сегодня ходила на лекцию от КВНщиков из команды «Физтех». И они рассказывали, как они шли от КВНщиков до работы на телевидении. Возраст участников от 18 до 30 лет. Но кроме молодежи в форуме приняли участие производители различной продукции Московской области. Поддержать делегацию Ленинского района приехал глава муниципалитета Валерий Венцель. Ребята сюда приезжают для того, чтобы получить некий заряд правильных, положительных эмоций, направленный в первую очередь на то, чтобы, уже вернувшись к себе домой, в свои муниципалитеты, начинать какие-то новые проекты, программы, которые они здесь услышали. Почему? Потому что очень хорошая программа такая базисная, проведение семинаров. Приезжают достаточно известные публичные люди, которые с ребятами проводят тренинги. Главе Ленинского района показали стенды, представлявшие муниципалитет, а после угостили традиционным походным блюдом – гречневой кашей. После обеда за чашкой чая Валерий Венцель поделился своим взглядом на происходящее. Правда жизни, что вот такие лагеря, вот такие форумы, они помогают потом ребятам, кому это интересно. Ну, устали про волонтеров, да? Потом раз и выстрелишь где-то. Вот это ж такая история. То есть, по большому счету, вы сейчас формируете себя? Формируете спокойно, там нравится творчество. Ну, замечательно. Ну, а завтра понравится что-то другое. Надо пробовать в разных вещах. Одна из целей форума – наладить связи между муниципалитетами Московской области, а потому общение, обмен инициативами, идеями в сфере бизнеса или социальных проектов – неотъемлемая часть мероприятия. На форуме «Я гражданин Подмосковья» у меня есть губернаторская программа. Форум «Без границ» – это место, где я предлагаю молодежи проявить себя на форуме и вместе сделать этот форум лучше. Здесь много очень интересных людей, молодежи, которая хочет участвовать в организации форума, и я за то, чтобы предоставить им такую возможность. Посетил мероприятие и губернатор Московской области Андрей Воробьев. На одном из стендов Ленинского района были представлены вакансии предприятий муниципалитета, а также специальности, которым обучают в колледже Московия. В рамках торгово-промышленной палаты отделения Ленинского муниципального района вот, ребята сегодня выставили вакансии на 100 мест. 20 предприятий предоставили, уже порядка 25 востребованы сегодня. Были ровно как и в колледже Московия, тоже 25 человек обратилось, заинтересовались. Да. Год от года количество участников растет. Нынешний форум объединил более 10 тысяч человек со всей Московской области. В следующем году мероприятие будет проводиться уже в 7-й раз. Максим Козлов, Николай Карбанов, Елена Кошелева. Видное ТВ.